Всем привет, Blender 2.91, и в этом ролике хотелось бы рассмотреть аддон по производству снега. Ну, чтобы быстрее снег сделать, да. Погнали, рассмотрим. Заходим в Edit Mode, преференции находим, вводим Snow. И вот есть такие два аддона. Именно Object Real Snow и 3D Mesh, 3DM Snow. Вот этот. Ну и один нерабочий. Тут с ним на 2.8 он подходит. Надо его удалить. Так, что еще? Ну и пока все. Галочку ставим на тот аддон, который нужен. Если у вас стоит автосейв, то ничего не жмете. А если выключено, то сейв преференции, чтобы он был активен. Теперь, значит, находим Shift-A, находим Mesh, находим Monkey. И вот этой Monkey поставим. Так, давайте в Edit Mode. Добавим полигонажа, правая кнопка мыши Subdivide. Чуть-чуть побольше Subdivision поставим. Object Mode. И правая кнопка мыши Shader Smooth. Сгладим все это дело. Теперь N панель открываем. Находим вот этот аддон. Здесь выставляем те показания, которые нам нужны. Если вот это Thickness будете больше ставить, то будет такая сугроб. Если вот эту Sensitivity тоже много ставите, то будет пышнее. А Quad, это, я так понял, вариация. Вот можно, давайте 6 поставим. Выбираем Monkey. А, давайте еще материальчики красненькие поставим, чтобы снег было видно. И теперь ее выбираем и Crit Snow. Ждем, смотрим. Ну вот такая получилась обезьян в снегу. Также можно делать регулировкой вот этой больше, меньше сугробы делать. И получится у вас на крыше дома сугроб, потом на деревьях сугробы, на земле сугробы и так далее. Все, всем пока, до свидания. Вот такой аддон.